Партнер проекта – комната природной релаксации «Биатрон.ком». Рада встрече! О чем мечтают женщины весной? Не надо! Не делайте громче! Мечта – вещь интимная, делится ею один раз. Можно мечтать скромно. О крохотной квартирке в центре Парижа с оплатой коммунальных услуг хотя бы за год. Мне почему-то кажется, что там нет строки за капитальный ремонт. Можно мечтать с размахом. Каждое утро в белых кроссовках добегать до нарядной набережной реки Камма и не удивляться, что кроссовки остались белыми. А там, на набережной, много жизнерадостных спортивных мужчин, детей, стройных, подтянутых женщин, которых бодрит свежий речной воздух и редкая красота бытовой заботы о жителях самого зеленого города Урала. Мы же столица. И не надо иронизировать и думать о том, что квартирка в Париже реальнее, чем такое место в городе, как благоустроенная набережная. Можно, конечно, пойти еще дальше в мечтах. Мы же о мечтах. Давайте грезить о всех мировых брендах, которые в очередь встанут и будут биться за место на улице Сибирской. Представляете? Идешь ты по пыльному, грязному, скользкому тротуару, а вокруг тебя Шанель, Эскада, Прада, Луи Виттон и везде ценники. Все по 1000 рублей. Мечтать так мечтать. Вы заметили, что я ни слова не сказала про шопинг в Милане, про закаты в Венеции, про экскурсию на Марс. Я о реальных мечтах. Обо всем этом мечтать надо. Надо же, стоя в пробках, о чем-то думать. Уж лучше о красивом, о вечном, о полезном. Главное, чтобы мои мечты сбывались и никогда не заканчивались. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».